Всем добрый день! Сегодня я буду высевать семена оцинии на рассаду. Для того, чтобы получить очень красивое, пышное, обильное и раннее цветение, конечно же, лучше оцинию выращивать через рассаду. Но можно и высевать и в открытый грунт непосредственно. Использую я семена фирмы «Партнер». Отличаются эти семена тем, что они дают очень красивый, компактный куст, невысокий, 35-45 сантиметров, и обильно цветущий куст. Использовать я буду вот такие кассеты, они высотой до 6 сантиметров. Этого достаточно для того, чтобы посеять семена оцинии. И буду высевать в каждую ячейку по одному семечку. Буду использовать грунт Terravita цветочный, он с вермикулитом. Я заполнила кассеты, пролила их фитоспоринов, но заполняла не до самого края, для того, чтобы затем эти растения не пикировать, а просто немножечко подсыпать земли. Раскладывала, как я уже сказала, по одному семечку и слегка их вдавливала для хорошего соприкосновения с почвогрунтом. После того, как все семена были посеяны, я присыпала их небольшим слоем почвогрунта Terravita, достаточно приблизительно 0,5 сантиметра, 0,7 сантиметра, для того, чтобы семена хорошо соприкасались с почвой. После этого я также фитоспорином сбрызнула посевы, и после этого обязательно выставляем в теплое место. Через несколько дней вы получите очень хорошие, очень такие достойные сеянцы, которые, конечно же, необходимо держать на свету. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик.